ребята, съездил на диагностику после замены форсунки. И человек сказал, что я просто придираюсь к машине. Все работает идеально. Форсунки. Вот после замены форсунки, теперь вторая у меня была плюс 4, сейчас она ровно 0. Ну там плюс-минус 10 прыгает. Так в среднем 0. С утра чуть-чуть поддымливает при запуске. Чуть-чуть совсем. Он сказал, это нормально, ну, не нулевая машина и так далее. Проверил мне EGR, работает идеально. Короче, погазовал, сказал, что ну, я придираюсь просто, машина работает хорошо. И говорит, если придираешься, ну, возьми, поставь себе 5 новых форсунок, и будет тебе счастье. Говорит, ну, какая-то, возможно, чуть-чуть подливает, совсем каплю, из-за этого чуть-чуть дымности едет. Но ПЦО он сказал, ну, что будет меньше единицы на техосмотре. Ну, вот его прогноз такой. Сам он занимается мерседесами, прокат мерседесов и так далее, и, ну, говорит, у него 211-х было штук 10. Сейчас запустили программу на коробке, еду в комфорте вон. Люди, которые подписаны и давно смотрели мои видео, я зимой как-то снимал, что у меня есть гул на 80. Вот он сказал, сейчас запустил тестовую программу, она работает до тех пор, пока я не заглушу двигатель. Сейчас я поеду покатаюсь часок и послушаю, будет гул или нет. Вот. Говорит, если эта программа поможет, то, короче, исправление этой ошибки стоит 150 евро и день работы. Вот. Но сейчас надо будет проехаться, потестить в комфорте, в спорте и так далее. Будет гул, не будет. Сейчас еду на трассу, там буду проверять. Человек даже денег не хотел брать, говорит, я же ничего не сделал. Типа, ну, за время, за хорошую новость, с Мерседесом все хорошо, так не грех. Ну вот, счастье есть, Мерседес в строю. Осталось там мелочи подделать. Вот, например, у меня это зеркало, крышка отвалилась. Поищу на разборке или еще где-нибудь. Ну, такие мелочи осталось. Крышка багажника не с первого раза срабатывает. Закрытие. Так, ну вот, буду и такими штуками заниматься. Ну, всем, кто смотрел, спасибо и до новых встреч. Сейчас буду ездить тестировать.